Эй, молодец! Ты лучше него! Едем со мной. Что тебя тут держит? Спасибо, но нет, брат. Люблю тебя, брат. Я тебя тоже, дурак. Привет, мама. Что случилось? Виктор погиб. Только здесь тебе место. Ты сбежал. Томик, ты только помни, что и здесь твой дом. Фермы и магазины в округе закрываются. Продаете? Те, что остались, напуганы. Чтобы увидеть всю красоту растения, надо обрезать ветви, которые мешают его развитию. Мой приятель не хочет продавать. Сначала с ним поговори. Если не получится, перейдешь от слов к делу. Помоги мне найти того, кто убил моего брата. Можешь на меня положиться. Я пойду с тобой. Павел, мы можем не вернуться. Мы идем с тобой. Вы пришли разгромить этот клуб, я понимаю, но не стоит. Ничего личного. А вот здесь ты ошибся.